Привет, люди! Сегодня выезжаю проводить сборы в Санкт-Петербурге для бранча сенсея Панова. Уже второй раз. Сегодня пораньше встал, чтобы поехать на метро, потому что медитационные таксисты уже надоели, которые засыпают за рулем. Я сегодня на Сапсане, пораньше выехал. Сегодня с утра выезжаю, вечером уже две тренировки с 4 часов. Одна тренировка и сразу за ней вторая. Суббота-воскресенье буду в Питере. Смотрите дальше. В качестве экскурсии покажу, что Ленинградский и Московский вокзал очень похожи. Это Ленинградский в Москве. Нужно что-то поесть с утра, а тут везде все очень вкусно и точка. А есть же полезное что-нибудь, кроме неполезного? Может, шоколадница? Шоколадница и точка. Вообще классно, что в шоколаднице можно выбрать полезную еду. Тут бы шоколадница. Можно, конечно, и покушать и такое, но можно даже собрать себе крутые полезные завтраки. Также пойдет завтрак. Английский завтрак. Пойдет. Сапсан Сапсаныч. И вот вашему вниманию Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Короче, похож. Ну, короче, 4 часа пролетели, я уже в Питере. Классно на видео смотреть, это просто телепортация просто. Получайте Санкт-Петербург. Город-герой. Ленинград. Я приехал сюда на сборы, а через пару недель мы сюда приедем на соревнования. Меня в такую привели обедню, ресторан, пообедать в таком месте. Вот, классно в Питере. Это обед в таком ресторане. Улыбайтесь, вас снимают. Вы не улыбайтесь. Вот он, первый день, тренировка первая. Это я в такой гостинице. Это старинная, в центре города. Представляете себе? Вау, сенсей. Ну вы мне тут, конечно, балуете. Смотрите как. Раз. Там тебя видно, ты моешься. Сразу все. Вот, пожалуйста, как встречают гостей в Питере. Красавчики. Сенсей, красавчик. Ужин в таком ресторане у нас. Тема следующая. Нам предлагают... И собрание сразу. Круто же. Видите, это не галерея. Это гостиница у меня такая. Картины здесь. Выходит здесь такой лифт. Все солидно. И шведский стол меня ждет. Короче, как надо все. Кстати, на завтрак можно себе вина налить. Бесплатно. Но у меня овсянка с какими-то модными штуками. Это вот, ребята, о полезном питании. Утром нужно кушать много. Овсянка с фруктами, йогурт с фруктами. Здесь курица, сыр, еще будет яичница. Поэтому утром нужно максимально, сколько можете, больше кушать. Особенно для моих учеников, я рассказываю. А вот кто узнал кресты? Фильмов. И второй день стартовал, первая тренировка. Людей, конечно, нормально. Чемпионы России.
традиционное фотографирование. Второй день, заключительная тренировка. Работа в парах. Со мной сенсеи Кюханы помогают. Ребята стараются, очень круто работают, кстати. Молодцы. Дисциплинированные, сильные, техничные, молодцы все. И вечером меня сенсей привез в ресторан «Невская жемчужина». Вот такая крутая жемчужина. Сейчас глянем. Встречает такой нас человек. Все горит. В ресторане зоопарк. Вот что на Невская жемчужина, на берегу Невы. Этот ресторан. Класс. Там речка. Так и живем. И сейчас уже как-то буквально. Так и кушаем. Они выходят и... Все, мчу на поезд на свой Сапсан. Было хорошо, весело, интересно. Но главное успеть на поезд. Все, город-герой, жди нас через 2 недели. Все, я вернулся в Москву. Короткий отчет. Все было на высшем уровне. Сенсей всегда встречает в лучших ресторанах, в лучших отелях. Проводит крутые сборы, много людей. Отличные тренеры. Хорошая дисциплина у ребят. Все выполняют, все стараются. И меня уже зовут второй раз. Значит, все очень полезно. И я готов делиться информацией. Ребята, вы все большие молодцы. Я всеми горжусь. Все, что вы научились. И до новых встреч всех. Вот.